Всем привет, уважаемые зрители, с вами говорит Стелл, и третью серию мы закончили на весьма эпичном моменте, у нас тут все рушится, а мы закончили третью серию. Но это уже прошло, и сейчас у нас четвертая серия, и мы должны сбежать из этого замка, иначе нам не жить, мягко говоря, потому что мы окажемся в его развалинах, а вернее под ними, скорее всего. Поэтому сбегаем как можно быстрее и надеюсь, все будет хорошо. Хотя уже все плохо. Но надеюсь, хуже не станет для принца. В общем, будем смотреть, как получится. Здесь у нас очередной противник. И странно, что они тоже не убегают. Ведь их ждет та же участь, что и принца, если... Если они не уйдут отсюда на своих двоих. Потому что в противном случае их просто забросает обломками и все. Ну, только что мы сражались с одним врагом, а теперь их целых два. Но мы за эти четыре серии уже сражались одновременно и с тремя противниками. Так что я надеюсь, с двумя нам будет не столь сложно разобраться. Вообще рекомендую вам сосредоточить свое внимание сначала на одном противнике, а потом на втором. Так будет удобнее. Но я сделал вот так вот, и тоже все получилось довольно-таки неплохо. А здесь у нас первый сундучок с песчаными кредитами. Песчаные кредиты нужны для открытия бонусов, то есть для картинок. И все, если не ошибаюсь, только для картинок, всяких там эскизов. Вообще, если честно, я никогда не знал точное расположение всех сундучков, но не исключаю той возможности, того факта, вернее, что собирал большую часть из них. В общем, те, которые знаю, я вам покажу. Но и снова я становлюсь причиной страданий людей. Я забрал Кайлину с острова времени и изменил ход истории. И если у меня не было песка времени, значит, я не путешествовал в Азад и не убивал визиря. И вот он жив. И им движет все то же безумное желание. Я обещал, что с ней будет все хорошо. Ну, уже с ней не все хорошо, она умерла. Это удачное место, так, чтобы продолжить свою историю. Так, это у нас первое сохранение в четвертой серии, если не ошибаюсь. И мы продолжаем играть. Продолжаем, дорогие друзья. Здесь... Я все дальше углубляюсь во дворец. И я все дальше от врага. Ну, пока что мы вынуждены так сделать, а сейчас нас ждет небольшой ролик. Моя рука! Что случилось? Что со мной сделал визирь? Я не... Круг замкнулся. Принц воскресил своего величайшего врага. А что еще хуже, он случайно предал меня в его руки, и на Вавилон обрушился кошмар. И как будто бы этого было недостаточно, принца самого чуть не поглотили пески. Он избежал гибели, но больше не был таким, как раньше. Проснись, принц, проснись. Проснись. Путь назад закрыт, так что тебе придется найти новый выход из этих стоков. Не мешкай, шевелись. Что? Кто здесь? Продолжать отсюда, да, весьма странно, кто здесь, и сейчас мы узнаем. У нас тем временем второе сохранение за четвертую серию, и мы в канализации. И я, пожалуй, не буду вам рассказывать, кто с нами сейчас говорил, скоро сами все узнаете. Не хочу лишних спойлеров. Ну, вернее, пока что. Будь осторожен. Доски скользкие. Помни о равновесии. Нам кто-то дает подсказки, но мы и без него знаем, что нам делать. Даже если вы
играете в игру впервые, тут, по-моему, все весьма очевидно. Но подсказки никогда не бывают лишними. Вообще, я не очень люблю канализацию и все такие вот... Хорошо, хорошо. Теперь вниз. Вниз, вниз. Здесь нас ждут враги из катакомб. Это... Ага, вот похоже, им не очень-то по нраву свет. Но в чем заключается легкость борьбы с этими тварями? Они боятся света, и на свету они беспомощны, и мы их убиваем буквально в два счета. И это не может не радовать. Вот они просто, видите, не могут нанести нам даже ударов, потому что они просто беспомощны. Если не ошибаюсь, сзади появились еще враги, но мы не будем с ними сражаться. Мы сразу пойдем дальше. Зачем нам сражаться, если мы можем следовать дальше по сюжету? По-моему, интересно. Это логично. Что тебе интересно там? Я думаю, вам тоже интересно, с кем мы, вернее, кто с нами разговаривает, но все-таки не хочу об этом рассказывать, скоро сами все узнаете. Совсем скоро, надеюсь, что даже в этой серии. Но если нет, то значит в следующей точно. Пока что не хотелось бы ничего рассказывать, дабы не испортить всей атмосферы игры. Здесь нам нужно соединить вот этот стол, и откроется дверь, которая, если не ошибаюсь, закрывается. Поэтому нужно идти как можно быстрее. Хотя, возможно, и не закрывается, возможно, что-то путаю. Сзади, если не ошибаюсь, ничего нет, но на всякий случай посмотрим. Нет, там действительно ничего нет, поэтому идем дальше. Вообще, эта локация не очень большая, то есть я надеюсь, что уже в этой серии мы из нее выйдем, но точно сказать я не могу. Как я и обещал, мы будем проходить по 3 сохранения за серию, поэтому если больше сохранений в этой локации не будет, а только уже когда вернемся на поверхность, то... мы пройдем еще ее в этой серии. Но сейчас нас ждет объяснение всего, что стало твориться с принцем, поэтому смотрим небольшой видеоролик. Во что я превратился? Песчаного монстра! Называй это как хочешь, принц. Но помни, что ты получил способность расправляться с врагами. Так используй ее. Итак, друзья, вы поняли, что песок пагубно повлиял, как и на всех тех людей, как я говорил. И что мне это дает? Я слабею даже, когда сражаюсь. Так убивай, отнимай их жизни, и ты подпитываешь свою. Удобно. Не так. Я надеюсь, это не навсегда? Навсегда, если ты хочешь. Нет. Захочу. Заманивай их на свет. Убивай, пока они слепы. Так, ну что ж, как должно быть, вы уже заметили... Заманивай их на свет! Убивай, пока они слепы! Это и без тебя так. Как вы должны быть заметили, у принца поднимается все время ХП, но восполняется оно с помощью все того же песка времени, который выпадает из всех объектов, пока мы как бы играем за черного принца. То есть, если мы в обычном состоянии, песок времени будет не всегда появляться. Но пока мы играем за черного принца, вернее, за... Но почему это произошло со мной? Тебя коснулся песок времени, как ты, должно быть, заметил. Может быть, причина в кинжале. Может быть, в том, что ты долгое время провел с песками. Или с императрицей. В любом случае, ты можешь этому противостоять. Почти. Почти?
Ты превратился в нечто весьма необычное. Так что, думаю, это подходящее слово. Думай об этом как об уникальном даре. Ты стал быстрее, сильнее. Уродливее. Но-но. Что ж, это объясняет мое превращение. Но кто ты? Неужели ты еще не понял? Я твои скрытые возможности, тайны и мечты. Я часть тебя. Ты? Ты во мне? Да, он в тебе. Ну что ж, сейчас мы превращаемся обратно в светлую сторону. Да, вода возвращает нас в нормальное состояние. Закончилось. Видимо, вода может снимать это проклятие. Но почему ты мне не сказал? Сказать или испортить все веселье? И вот вы сами видите, что скоро мы закончим локацию катакомбы. Мы уже почти на поверхности. И ни одного фонтанчика нам не попалось, а это значит, что эту локацию мы вот закончим уже в 4-й серии. Это не может не радовать. Этих противников нужно заманить на свет, потому что в противном случае от них избавиться довольно проблематично, так как они довольно живучие твари, если находятся в темноте. Поэтому давайте заманить их на свет. На свету, вот вы видите, мы их убиваем буквально с нескольких ударов. Подбираем топорик и открываем дверь с помощью вот этой вот панели, что ли, или как это назвать, я даже не знаю. А здесь, друзья, у нас находится первый апгрейд жизни. Да, здесь они сделаны почти так же, как во второй части, и мне это не очень нравится, так как в первой части, ну, во-первых, все было проще, во-вторых, ну, не знаю, на мой взгляд, интереснее, когда мы заходим в неизвестную комнату, нам ничего не мешает, играет приятная музыка, чем вот это вот прыгание, бегание, и, конечно же, будут ловушки. Я, кстати, забыл даже, что в игре есть апгрейды жизни, что-то как-то вылетело мне из головы. Ну да ладно. Вот они, эти ловушки, о которых я говорил. И ловушки довольно неприятные, сами понимаете. Так, ну, мы будем стараться. Ай, не успел. Ну ладно, сейчас все равно наше здоровье увеличится и полностью восстановится. А что мне не нравится больше всего, сейчас нужно будет проделать весь этот путь обратно. Путь, ну, довольно-таки. Не сказать, что слишком длинный, но довольно скучный, если честно. Вот это я считаю минусом игры, но это лично мое мнение. Скорее всего, не все со мной согласятся, но это лично мое мнение, друзья. Что вот это вот обратно возвращаться, это как-то могли бы обойтись и без этого. Ну да ладно. Так, и фонтанчика здесь нет. Значит, скоро будет. А вот и фонтанчик, и это третий фонтанчик за 4-ю серию. Мы прошли целую следующий локацию. Раз. Хорошо. Думаю, это удачное место, чтобы продолжить очень с него историю. Неплохо. Поэтому всем спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии, всем удачи и пока-пока.